Анонс и точная дата выхода 70-й серии турецкого сериала «Запретный плод». 70-я серия сериала выйдет в эфир 24 февраля. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. Напомним, в предыдущей серии мы увидели, как приблизился день рождения Йылдыз, и она даже не могла подумать, что друзья приготовили для нее праздник. Эндер хочет хоть как-то поднять ей настроение, и втайне вместе с остальными организовали вечеринку в честь именинницы. Когда она это узнала, то была очень удивлена и при этом очень сильно счастлива, ведь таких торжеств для нее еще никто не устраивал. У Халита дома по-прежнему стоит накаленная обстановка, ведь дети совсем не хотят с ним общаться. Как только он появляется в комнате, то они начинают делать вид, что не замечают его. Надир и Халит очень сильно недолюбливают друг друга, и как только возникает возможность, то они вступают в конфликт. Надир также заявил Халиту, что он никогда не ценил Йылдыз, и поэтому недостоин этой женщины, ведь он даже не смог устроить праздник для своей очаровательной супруги. Халит не собирался это терпеть, и между мужчинами завязалась драка. Только вскоре ситуация начинает разворачиваться самым неожиданным образом. И на подписание важного договора приходит Йылдыз. Она при всех заявила Надиру о том, что принимает его предложение и готова выйти за него замуж. Это шокировало всех сотрудников компании, и в том числе Халита. Напомним, 70-я серия сериала выйдет в эфир 24 февраля. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки. Приятного просмотра!